Сан, Окайли Насай, на канале Ретро Шика. И мы сегодня будем играть в Loop Hero. Так, привет, Security, привет, Аркон, хай. Я надеюсь, меня сегодня слышно. Вот. А вот так? Я вроде сделала погромче. Всё громче. Громче, наверное, не выйдет. Сейчас, секунду. Так, вот так получше слышно. Я же в прошлый раз убавила микрофон. Потому что было очень громко, страшно и все такое. Отлично. Ну что ж, поехали. Осталось только вспомнить. Что и как все у нас тут было. Так, карты у нас вроде бы выбраны. Да. Еще громче. Сделала еще громче. Надеюсь, не оглохнете. Так, ну, начнем наше путешествие. Сейчас осталось все потихонечку вспомнить. Спасибо, Дарт. Так. А почему у меня не слышно игру? Все для вас, лишь бы вы улыбались. Отличненько. У нас эта игра, можно сказать, все-таки такая, чтобы... И мы пообщаться. И игра игралась. Так, я понимаю, что ВКонтакте тоже все заработало нормально. Ну, спасибо, Security. Вы меня сегодня засмущать, видимо, решили. Так, а нам надо уже строить начинать. У нас есть казна. Дай. Вампирчики. Кладбище. Как давно мы этого всего не строили. Это не те поля. Нет. Но не хочет строиться. Отлично. Я рада, что ВКонтакте тоже все хорошо. И чат тоже работает ВКонтакте. Так, паучочки. Значит, хронокристаллы. Хронокристаллы, преломляющие не только свет сходящего солнца, но и само течение рассвета. На клетках вокруг каждый прошедший день считается за два. Поставим костру.
Почему поля не... А, поля же к поселению ставятся, конечно. Все, вспомнила. А, тихо. А вот оружия никакого еще пока... А, нет, вот. Так. Вон по всем пока поставим. Удивительно, деревянный меч, щит защищает лучше, чем металлический. Мы готовы идти в бой. Теперь надо вспоминать, когда он проходит костер, вроде бы восстанавливается ХП, да, насколько я помню. Точно, спасибо, Акон. Вспоминать наш мир. Как странно он его вспоминает. Он его почему-то вспоминает с помощью каких-то странных, страшных существ. Вампиров, слизней и прочего. Так, поле битвы. Кстати говоря, тут какой-то новый патч вышел. Интересно, он автоматически уже устанавливается или нет? Его обновлять надо. А, у меня в паутину совестный. Главный контроль скорости, да? А это где-то в настройках надо проверить. Скорость игры не влияет на скорость боя. Какую кнопку сверху-то именно? Не понимаю. Точек пройденных кругов я вижу. А. Типа он будет побыстрее ходить. Окей. Ты сказал на часики. Песочные часики. Так. Да, там, конечно, немного кнопок, но... Но! Это же я. Я могу иногда запутаться. Так. О, у меня хилка есть. Класс.
Я не помню, вроде говорила в прошлый раз, что я наконец-то разобралась с донатами, они сейчас должны работать как надо, от определенной цены. То есть там есть 10, по-моему, до 99 рублей, от 100 до 500, от 501 до 999 и от 1000. Что-то я себе так наставила ощущение, что я не выживу, походу, даже в ближайшие... Стараюсь! Так, стоп! Ну-ка, не драться! Сейчас. Себе поменяю меч, поменяю шмот. Он начал атаковать меня без предупреждения. А, у меня уже хилки закончились. Быстро. Думаешь, уже пора забвение на полков? О, Вегенчик. Скажите, пожалуйста, сейчас мне во что лучше вкладываться в плане шмора? По-любому нужен реген. Нужна, наверное, защита. Реген и урон, окей. И в защиту. А, реген не обязательно считаешь? Ну хорошо. О! Максимальное здоровье 450. Так, кольцо пока это наденем. Стоит поменять шмоточку. Так. Защита 7. Лучше защиты у нас пока нет, собственно, как и оружие. Уже волчата развелись. Ух, у нас восстанавливается каким-то образом крылка. Быстрые ноги. У меня появилось умение. Так. Что у нас есть по умениям? У нас есть бафлер, каждый контрудар лечит на 1,5 в круг. Превосходство массы, урон увеличен на 20% от значения защиты. И рассветный клинок. Каждое утро меч героя наполняется светом солнца, и следующий удар наносит 2 урона по всем.
это прям... Ну давай. Пошли дальше. А вот хпшечки пока у меня все равно мало. Скорее не у напарника, а у твоего оппонента. И по ощущениям я сейчас умру. Срочно меняем щит. Меняем меч. И бьем по этому кровопийце со всех сил. Обставлю. Так. Казна. Получили сразу вторую казну. Ну и сюда поставим. О, у нас появилась деревня. Я помню, что надо поставить деревню к вампирам. Но там будет больно, я так понимаю. Нет, там надо к вампирам, потому что там это. Может, я от паучков избавлюсь, они меня убьют. А, горгулья прилетела позже уже. А. Так, стоп, 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 стоп. То есть, типа, у нас пока все самое лучшее. А вот тут мне, видимо, уже будет плохо. О! Кристалл? Кристалл куда поставить? Все туда же, к костру или куда? А, рядом с деревней. И чтоб еще быстрее будут. Так. Куда-то надо ставить кристалл? Сюда, например. А, кстати, кристаллы друг друга, как сказать, бафуют они, ну, усилят. Как сказать, вот если два рядом стоит, будут ли они?
умножаться. Во, я вспомнила слово. Совсем немножечко подхилились, и два бутылька здоровья появилось. Он встал. Как это возможно? А зомби пока не кончаются. Ну-ка, вампир, не бей меня. Ты что, летучих мышек вызвал? Так, тут еще гоблины появились. Которые вспоминают себя сами. Такие самостоятельные, слов нету. Ой, все плохо. Так, утро это у нас, когда петухи орут, да, я так понимаю? Больше защиты. Я до босса не доживу. Я пока каким-то просто, не знаю, волшебством преодолеваю все это, но вот тут уже... Так, если взять все, то вы... А что значит взять все? У меня есть такая возможность. Вы погибли в бою, смерть не любит одаривать павших, но для вас дело небольшое исключение. При побеге вы забираете 30% сердца. А череп мне нужен, да? Просто может взять все, и я смогу что-то построить. А-а-а. Ну ладно, давайте так отступаем. Потерянного не вернуть, получено достижение. А, понятно. Так, что, мы что-то можем построить? Мы ничего не можем построить. Несчастные поселенцы. Ой! Та проблема в том, что я не сразу в прошлый раз надела на себя шмот всякий.
А завтра мы будем играть в Sailor Moon. Я, правда, там уже тоже все забыла, что и куда и как. Так, вот, защита. Отлично. А до босса мы дойдем, когда шкала нижняя, да, заполнится, насколько я помню. Чтобы вампир вызывал этих летучих мышей. Но я понимаю, что мы уже на следующем уровне, и поэтому сложность увеличивается, но... Это для меня неожиданно. Максимальное здоровье. Защита. Лука. Они качаются и становятся лучше. А я вот нет. А сколько в итоге всего глав? Древнее зло. Я прямо взяла и сунула ему жителей деревни туда. На, ешь! Ты же давно не кушал, вампир, держи. Конечно. Ай! Слизень атакуй! Это ностальгия. Мы в Loop Hero играли, когда я только-только начала стримить. Это вроде бы не так давно, но в то же время уже достаточно давненько. Даже уже это является ностальгией. Шарагами, привет! Спасибо, что подключился. Вампиров подкармливаем. Господи. Они меня едят. И страшные звуки-то издаются. Чьи страшные. Так, блаженное неведение. Это надо перед боссом блаженное неведение. Сейчас надену так. Мастер щита. 10% шанс при ударе оглушить врага на 1 секунду. И превосходство массы.
они трупы жрут, когда булькают, о боже мой. Звучит жутко. Упоеды. А. А массу я... Смерть паукам, которые хотят мне смерти. Давай еще куда-нибудь выпихнуть. Где у нас поспокойнее? Ну, от первого лица, да, наверное. Эти паучки тебя сожрут. Тут все на самом деле миленькие, смотри. Скелетики миленькие, тут еще есть такие пугало на полях, вот они скачут, золотые вот эти вот, они прям такие няшные, так разворачиваются. Давайте на 3 сделаем. Все, давай. Вон, посмотри на этих миленьких вот пугалочек. Когда эти зомби закончатся? Вампир, хватит есть. У меня нету кристалла, чтобы туда поставить. Ну вот. Обозвали страшилой. Решила мудрый, потому что обзавелся клинком. А! У меня скоро забвение исчезнет. Так. Я их, наверное, не туда поставила. Сейчас поставлю наверх. До утра еще так далеко. Так. Наверх. Да? Что-то я не подумала.
Луга перестали выпадать совсем. Все хорошо, не извиняйся. Во время боя нельзя, да, ставить? Ставим пока. Суть игры в том, что наш мир исчез. Сколько я помню. Вот, он погиб. И все забыли. В общем, весь мир забыт, весь мир исчез, он пропал. И наш герой, он имеет свойство вспоминать мир такой, какой он был. Вот, поэтому он отправляется в путь, вспоминает мир и таким образом учается, растет, а потом встречает босса и сражается с боссом. Объяснила называется. Надеюсь, что более-менее понятно. Я понимаю суть игры, но я не могу сформулировать правильно, как это сказать. Сообщение от рестрима все видят, да, я так понимаю. Да. Как-то я неудачно поставила казну, мне ее не получится окружить. Только если туда вставлять вот пауков, либо поле битвы. Вампира! А, ну да, там деревня же. Так, запасы. При проходе через клетку костра герой оставляет 10% накопленных ресурсов лагеря. Неплохо. Мастер щита, шанс при ударе оглушить врага на один, на одну секунду. Техника Омика. Заряд воскрешения. Наверное, ресурсы оставлять? Да. Я играю за этого рыцаря. На карте он в виде белого человечка. Один заряд воскрешения тоже, конечно, очень... Не ресурсы. Один заряд воскрешения. Окей. А на карту я выставляю, получается, врагов. Не уверена, но я уже выбрала. Врагов. Некоторые враги, типа гоблинов, вспоминают себя сами. Их уже 4, там я, скорее всего, и умру. Вот,
Вся остальная фауна помогает получать дополнительные ресурсы. Луга, например, хиля. Казна помогает получать ресурсы. Да, правильно Сьюки сказала. Осколки мира. Ну, у топора защита, а тут вампиризм. Я не очень хочу вампиризм. Все поле прям получилось. У нас просто защиты прям, я смотрю, маловато, по-моему. Сейчас мне будет больно. Не сейчас, а на следующей клетке. Немножко не поняла. Так. Ну ладно, давай попробуем, но я рапирам не доверяю. Так, стоп, лук надо было поставить. У меня в прошлый раз была какая-то такая классная штука, которая помогала мне, увеличивала защиту, что ли. Хорошо, горы рядом с другими горами. Гоблины, кругом гоблины. Горы рядом, камни пихать в отдельные клетки. По одному. Хорошо. Молодцы. Мне все равно конец. Нет, я еще жива. У-ху. Отлично. Просто отлично. Я сейчас сюда еще поставлю вампиров. Ставить поле битвы сюда же, и все, и там и помили. Так. Что ж, мало хп. Дожить бы до утра, чтобы хоть немножечко захилиться. Отлично, совсем чуть-чуть и толку никакого. Мне даже немножечко страшно.
Думаешь, стоит бежать? Может, выживем? Вряд ли, конечно, да? Да. Надо было все-таки очко воскрешения брать. Подумала я сейчас. То есть больше гор ставить и меньше камней? Подожди, слизень. Хорошо. Начинаем собирать на три. Вот тут в уголке. Поставим рощицу. И вот тут вот паучков. Я их пытаюсь использовать для цветущих полей. Горы к ним же ставить? А, грамится хорошо. Горы будем в другую сторону ставить тогда. Пика? Пика-пика! Вон оно что. Я уже сюда начала ставить. Монитор. Я буду бить током в тех, кто меня будет обижать. Да, это послушный слизень, воспитанный. Моя сила не подчиняется физике. Смотри, что делают твои любимые паучки, они вот втроем на одну меня. Малыш.
Я уже все раскидала в разные стороны. Так, я же хотела шмот посмотреть. Давай, бьем собачку. Паучков. Они слишком нравятся, я смотрю. Моментом. Еще и гоблины появились прямо там же, где деревня. А если я туда еще вампиров поставлю, это что вообще будет такое? Казна! Две казны. Так, 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 стоп, стоп. Так, у меня уже здесь несколько щитов поменялось, а я не... Катай, заберем. А пик из гор строить нельзя? Я запуталась. Не стоит кладбище. Интересно, почему из гор неэффективно? Мы держимся. У нас есть карта забвения, которая, возможно, нам где-нибудь пригодится.
Так. Топограф лечит на 0,5 в круг при проходе любой клетки за каждую придорожную клетку рядом. И догмат защиты при взятии этого свойства и каждый круг герой получает полоску фантомной защиты, равную 65% максимального здоровья. Весь урон под ней идет без участия защиты. Я тоже на него сразу посмотрела. Догматик. О, вампир, да. Пику ставить или тут они сбоку нормально все? Так. Отправляемся. Стая летучих мышей против меня. Одной. Так, а вот сейчас получается... Мне камни лучше никуда не ставить, тут выходит. Так, выпихать их в отдельные клетки. Смотрите, какая собачка злая на меня съесть пытается. О, у меня снова появилась эта полосочка, которая меня защищает. Хорошо, поняла. Я хочу от гоблинов избавиться. Я же могу, по сути, избавиться от гоблинов. Да. Я от вас избавилась, гоблины. Лук использовала. Есть мем. Не? Ня-ня-ня.
Какие они сложные, эти горы! Ну-ка, не воруй! Конечно, я против этого обращения. И так... У меня и так комплекс с возраста. Вы мне еще тут, если мэм будете меня называть, то это... Это будет вообще... Сверх наглость. У девушек. Гоблины, я вас только что стерла, и вы снова появляетесь. Негодяи! Ладно, будем считать, что я с ними справлюсь. Так, защита. Это я лорка-то стала. Ну, спасибо. Она его съела, наверное. О, точно. Так. Блаженное неведение. Боже, как я хочу это блаженное неведение оставить до босса. 10% шанс не потерять карту при установке. Не действует на золотые. Сильное послевкусие. 1,5 урона за каждое выпитое зелье. Лечение после взятия этого спот. Ну, наверное, сильное послевкусие. Решили засмущать. Спасибо большое, да. Так я хочу оставить блаженное неведение до конца. Но не факт, что я дойду до босса. Сильное послевкусие, наверное, стоит взять. В общем, я бегу его. Камни больше не ставить. Окей. А выпадают камни. Защита. У меня тут роща стоит.
я вслед построю? Нет. Живу ли я против этих пауков? Есть ли смысл с палами заковать углы казны? Так, поле сюда уже не встает. Как бы да, можно, но... Давайте смаханемся, воришки. Я не то взяла. О, луга еще выпали. Нет, деревня есть, конечно. Камни лугами, хорошо, поняла. Вот в этом месте мне прям страшно. Почему Слизи не может просто взять, напрыгнуть на него и утопить в себе? Так. Ну, если честно, когда я вижу тут слизни, у меня тоже вспоминается немножко. Правда, я ее не смотрела, я просто про нее знаю. Так. Все, гоблины, нет у вас больше пристанища. Ну,
я, по-моему, я опять не выжила. Блин! О, я даже могу построить пункт кладбище. А мы разве его не строим у литейного цеха? У меня нету. Так. Постройка кузницы упрощает жизнь кузнецу, а значит и вам. Открывает карту храм молний, открывает золотую карту арсенал, если построен разведцентр. Плюс 30 кровью. То есть его надо прямо в кузнице строить. Где у меня кузница? Я не помню, где у меня кузница. Гимназия. Ферма. Костер. А вот кузня. А мы вроде на цехе копили, да? Ну давайте. А притон что дает? Помогать нуждающимся в столь нелегкое время ваш долг. Построить можно лишь по соседству с полевой кухней. Открывает доступ к новому классу плут. А плут крутой класс? Кладбище открывает. Некромант. А тут не написано, что он его открывает. Он точно открывает некромант? Что? Некроманта? Строим кладбище. А, склеп. Где тут склеп? Вот. По-моему, нет склепа. Склад, землянка. Нет, описание крипта дает. Тогда, может, плута пока поюзаем. А что у плута будем качать? Если тут мы качали защиту, то у плута надо какую-то ловкость или что? Ворот. Давайте попробуем плута. Мне интересно. Все, строю. На костре можно строить? Подождите. Это у меня костер. Полевая кухня. Если я так, он не показывает свободную, надо рядом с полевой кухней. Он показывает либо на ферму. А, это не. Простите. Даже среди изгоев есть изгой, герой. Не суди строго пропащие души, что наше утечение. А, что нашли утешение в вине и в азартных играх. Лучше присядь и промочи горло отравой на свой выбор. Я здесь не за этим, как странно. Это обстановка и это место знакомы мне. Так, это другое дело. Неужто раньше промышлял легким разбоем на большой дороге? Может, охотился за наградой, объявленной за чью-то голову? Будто кто-то знал и умел все это, и теперь все его знания достались мне. Да у меня уже откуда-то пара спрятанных запасов и тузов, и кажется, я срезал чей-то кошелек. Ха! Да это ж мой! Не поверил? Досадно, заглядывай. Как хочешь, как захочешь обсудить свое новое ремесло. Я ведь далеко не на кухне научился ловко обращаться с ножами.
Так, как мне поменять класс? Когда в экспедицию отправимся, да, я так думаю. Ножа плод. А, угу. Путь. Ну что ж, отправимся за плута. Что-то новенькое, новенький геймплейчик. А, щита нету, понятно. Так, вы сказали, у ворот атаку и контратаку, окей. Еще у меня кошелечек есть. Количество собранных трофеев для обмена на награды в лагере. Сразу вампиры выпали мне. Ой, ну ладно. Команд призывает себе друзей, ну, напарников. Понятно. То есть он как бы в лагере получает более лучший шмот, да? Ух ты! Ботиночки даже. Уклонение 3, 3, 6. Урон, урон. Скорость. Ну, я 2 оружия поставила. Можно этот поставить. Так. Что еще? Что еще? Максимальное здоровье пока поставить. Вот это вот. Забавно. Так, уклонение лучше всего, но скорость, крит, вампиризм тоже неплохо. О, здесь можно вампиризм брать. Найс! Контрудар. Как много ему всего надо? Сразу с зомбаками драться и... Ощущение, что смех меня тут и постигнет. Что это за звук был? Луга пока не цветущие получаются, ну ладно. Да
не собираю все, выпью что-то лучше, что выпадает. Я так понимаю, оно само автоматически тут как-то открывается. Сейчас выставлю. Урон, да, надо было. Да. Бонус уклонения. О, Экзикодок, привет! Спасибо, что подключился. Так, так, так. Наверное, вот так вот лучше. Пошли дальше. Гору уже ради вокруг несуществующего еще пика, но пик все равно будет там. Там опять 4 зомбака, я же не выживу. Зомби, 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 зомби. Соседи было между клетками. А. Поискала, чтобы было больше соседей. Луга не цветущие. Вот это меня расстраивает. Почему их так много? Я думаю, что я не выживу. Вампир, хватит превращать людей в упырей уже, все. Дитя леса. Во время боя на сторону героя может восстать... Мародер. Бой против 3 и более противников принесет дополнительный трофей. Ничего святого, лечит 3 здоровья за убийство. Интересно, мне прям все интересно. Так. Дитя леса может? Хочу собачку. Издевайся, мой волк. Или он только со следующего раза? Булькающее существо. Вот. Не обижайте моего песика. Злодеи. Взяли и избили моего песика.
вообще нельзя покарать. Урон. Скорость атаки. Красота. Сейчас не призвали песика. Разве я посмотрела оружие? Ладно, давайте так. Что не совсем так? Учите меня. О, казна. Пик. Отлично. О, еще казна выпала. На каждый раз. А, да? Ну ладно, в следующий раз буду вплотную ставить. Ага, вот здесь у меня ничего не станет. Я его неудачно поставила. А. Бедненько. Не надо. Мне тут он говорил, что наоборот надо большую часть выстраивать горами. Песель молодец вообще. Ну понятно, ну все равно. Так, переосмысление. Получить навык. Новый набор из 3 умений не тратит очков. Снижает количество получаемых на клетке лагеря предметов на 3, что увеличивает количество обмена на трофеи. И дымовая завеса. В бою, лишившись 20% от максимума здоровья, герой уклоняется от любой атаки в течение 2 секунд. Дымовая завеса звучит неплохо, кстати.
Можно пересмотреть, конечно. Хорошо, давай второе. Да, я задержалась немного, но я считаю, что надо хотя бы дойти, пусть меня либо убьют, либо что? Нет, убивать, конечно, не надо, но... Блин, ну у нас новый класс! Так интересно. Сейчас еще пару кружочков хотя бы надо нам забрать. Да, но у него чистый урон, а я там взяла шанс критического урона. Пока оставим так, наверное. Ладно. Вместо этого или вместо этого? А, я уже не туда сделала. Ну ладно, простите. Так. Мне все-таки обидно, что вот тут никак не застроить ничем. Сейчас мы казну обчистим. Сразу убили моего песика. Совестные. А вот тут-то вот нельзя. Джона Уика. О, еще одна казна появилась. А нельзя вплотную ставить? Гоблинов хочу избавиться, я не так гоблинов не люблю. Да, види, как можно было бы пересмотреть. Ай, как вас много!
Я прям согласна, что уже надо убегать, и время, и все, но... Казна почти... почти... почти моя. Так. Все, мы все утащили. В общем, заплута мне очень понравилась. Так, а я все равно теряю, да, часть? Я много теряю. Ну ладно. Сейчас посмотрим, у нас есть возможность еще что-то построить, нет? А, литейный цех до сих пор можем построить, получается. Отлично. Давайте-ка мы его и построим. Я забыла про это. Блин. Ладно. Ой, он такой классный сейчас поблизости, когда. Йо-хо-хо, какой славный бочонок для плавки металла. Откинуть угля, отдать металлолом. Знаешь, в чем секрет прочного доспеха? Прочное тело, что его носит. Ха-ха. Я могу сделать прочнее даже обычную рубашку или портянки. Что больше по душе? Под таким парусом на дно не пойдешь, даже шторм не страшен. А знаешь почему? Шторм будет на твоей стороне. Вот почему. Чем настолько, когда можно просто нажать мышку на кнопку доверху? Ну... ну, я заглупила. Посмотрим. Так. Сейчас, секундочку. Я сделаю так. По сути, пока я не разберусь толком с Dark Soul'ом, наверное, можно пока поиграть как раз в Loop Hero. Может, мы в следующий раз сможем с новым классом все-таки дойти до босса, потому что он как-то вроде поживее двигается, или не знаю, ну, в общем, мне понравилось. Поэтому, да, мы сегодня задержались, ну, немножко на 10-15 минуток, не так страшно. Завтра мы с вами встретимся также в 20:00 по Москве и будем играть в Sailor Moon. Проходить дальше, вспоминать, точнее, как проходить дальше. Вот. О, спасибо большое. Всем спасибо, что были. Вообще большое спасибо, что вы всегда проводите со мной вечера. 1,5-2 часа, но это замечательная компания, и поэтому я очень рада. Вот. Так. Все. В общем, до завтра. Всем доброй ночи.